Всем привет! Я сегодня вышла к вам с очень такой печальной новостью. Целый день об этом думаю, ну, и решила сказать, потому что, может быть, кто-то не знает. Ушла из жизни Людочка. Канал Люда Лайв Одесса. Я знаю, что все дружили с Людмилой, да и с Сашей тоже. Но вот что случилось, я не знаю. Ее дочь написала о том, что мама не стала. Болела она или ну что, в общем, не знаю. Она внешне всегда Люда была веселая, счастливая, улыбчивая. Я не знаю, что могло произойти. Недавно у нее ушел ее муж Саша, они очень любили друг друга, и теперь не стало Люды. Молодая женщина, что произошло, не знаю. Я помню, мы дружили с Людой, ну как дружили, виртуально, у блогеров какая дружба, виртуальная, мы с ней дружили. Я помню, что где-то за год до войны, начало полномасштабной войны в Украине, у меня была трансляция, и я делилась с девчонками своими мечтами, можно так сказать. В общем, я делилась, куда я хочу еще поехать, потому что я люблю путешествовать. Я сказала, что хотим со Славочкой полететь в Доминикану. Но Люда, она тоже очень любила путешествовать, она тоже много ездила, снимала видео, много у нее видео, где она бывала. Она мне пишет, значит, комментарии, что мы с Сашей тоже хотим в Доминикану, давайте все вместе. Я говорю, давайте, я говорю, с удовольствием, почему бы и нет. И мы так это иногда тоже переписывали, что вот, поедем. Потом началась война, естественно, все наши мечты отложились на задний план. Потом случилось горе такое, что ушел Саша, а теперь нет Люды. Честно говоря, у меня в голове это не укладывается. Никак. Я сегодня целый день вот хожу и думаю, ну как так может быть? Молодая женщина, ну почему так получается? Почему уходят хорошие? Почему? Очень, конечно, мне жалко, что нет с нами Люды. Очень. У нее было много подписчиков, которые, особенно еще когда они с Сашей делали прямые трансляции, так всегда было весело, смешно. Такие вот, прямо она такая задорная, она как девчоночка, просто как девчонка. У нее внучка Марго, с которой они дружили, ну просто были подружками. В полном смысле этого слова. И вот так вот в одной части только все закончилось. Я не хочу даже в это верить. Я не могу в это поверить. Очень печальная новость. Кто не знает, вот я решила выйти записать видео, может быть, кто не знает, потому что... А я еще захожу к ней на канал, смотрю последнее видео 3 недели, думаю, да что ж такое, может, Людочка куда-то уехала? Но даже если и уехала, она все равно всегда видео выставляла. Что случилось? Потом сначала подумала, может быть, нет интернета. У них там с погодой что-то было. Ну, так долго не может уже они быть без интернета. Все равно интернет починить должны. Ну что? Что могло произойти? И вдруг вот такая вот ошеломляющая новость, ужаснейшая новость. Мои соболезнования семье Людмилы. Очень, конечно, печально. Мы скорбим вместе с вами. Очень печально. В общем, такое видео грустное, очень грустное. Со слезами на глазах могу сказать вам. Даже в плохих мыслях никогда не могла подумать, что такое может случиться. Может быть, конечно, она болела, я не знаю, она никому об этом не говорила.
ну, я бы никогда не сказала, что с Людой что-то не так. Она всегда веселая такая, ну, всегда была веселая, всегда была такая задорная и быстрая такая. Все у нее прямо спорилось. Тут она готовит, тут она уже куда-то пошла, тут она видео снимает. Очень жалко. Ну, земля и пухом. Я так понимаю, что многие будут о ней скорбить, потому что для многих она была подружкой.